Сегодня в кадре ножи от компании Microtec. Они же являются функционально не только ножи, но еще зажимы для денег. Это экзосет. Понятное дело, очень широкая и практически на весь корпус клипса. Она довольно-таки мягкая, но при этом она неплохо фиксируется. Видим обозначение кода, видим дату изготовления. Это август 2020 года. И вот такой малыш в стали CTX HP. Видим маркировку USA и Microtec. Здесь у нас в черном исполнении. Следующая модель в оранжевом цвете. Конечно же, имеется здесь у нас имитация стеклобоя. Ну, как таковым стеклобоем и может являться этот элемент. Темлячное отверстие. Ну, здесь более контрастная, кстати, гравировка. Код. Ноябрь 20-го. И обработка клинка DLC slash satin. По марке стали здесь уже Carpenter CTS 204P. Как всегда, эффектен на выброс. Выброс здесь фронтальный. Следующая модель полностью в черном цвете. Причем клинок вместе с корпусом. Конечно же, корпус здесь из анодированного алюминия 6061 Т6. Как мы привыкли, Microtec себе не изменяет. Сталь предыдущая, аналогично предыдущей модели. Ну и есть также в зеленом цвете. На его примере давайте посмотрим, как выглядит упаковка. OD Green стандарт, да, экзосет, штрих-код. Обновили упаковку. Раньше она была, ну, если говорить о совсем давнем времени, времени Скэрэба, она была еще вот такая. Когда был мощный, как говорится, мощная пружина. Так все это выглядело. Потом упаковка немножко обновилась. Теперь она выглядит более строго. Ровные края у нее. В комплекте вы имеете такой вот буклет фирменный. Нож, конечно же, в пакете. И вот, собственно говоря, четвертая модель в зеленом цвете, в черном цвете клипса, серийный номер, 20-й год. Эти модели прибыли в России буквально под Новый год, но мы, к сожалению, их не успели приобрести. Новогодний ажиотаж, все такое. Ну вот, с запозданием, но при этом лучше поздно, чем никогда. Все замеры мы, наверное, укажем в карточке по ссылке в описании. Безусловно, нож с определенной харизмой, с определенным характером. Но, безусловно, это не просто зажим, а нечто большее от компании Microtec. Ну что, пожалуй, все. Всем спасибо. И мы еще будем говорить о UTX 85, ультратеках и, конечно же, UTX 70. Спасибо. До свидания.